Приветствую всех, дорогие друзья, на канале Яблочко. Сегодня вам покажу одну настройку, которая очень мне помогает, когда я ложусь спать, и чтобы глаза не болели, и чтобы в комнате не светило очень сильно, потому что маленький ребенок, жена спит и мешает мой телефон. Очень полезная настройка, наверняка вы о ней даже и не знаете, но очень вам она станет полезна. Вы пока подпишитесь, поставьте этому видео лайк, расскажите друзьям. Значит, смотрите, когда мы ложимся спать, мы что делаем? Правильно, вот так вот полностью убираем, или вот так вот делаем, получается, чтобы экран у нас меньше горел. Да, ну я вообще делаю максимум, минимально. И когда мы вот сидим на телефоне, у нас черные режимы там включены, да, темные режимы и так дальше. Но когда я захожу в Chrome, даже там включаю вот этот режим, когда чтобы не светил, чтобы черный режим, темный, все равно на сайтах очень сильно светит белым фоном. Вот реально белым фоном. И чтобы такого не было, смотрите, что нужно сделать. Опять опускаем шторку, опять-таки удерживаем вот эту вот шторку. И здесь есть режим Night Shift. Мы его вот так вот активируем, и у нас получается переходит в такой режимчик, что когда ты на сайтах даже тогда сидишь, читаешь, то у тебя этот режим реально работает очень классно, и не так болят глаза, не так светит в комнате, и вообще очень просто супер. Я о нем не знал. Если вы тоже не знали, поделитесь этим видео со своим друзьям и поставьте лайки, прошу вас, потому что это реально классный способ, как вот это вот, чтобы не светило iPhone очень сильно ночью. Ставьте лайки, подписывайтесь, впереди много такого еще полезного и интересного контента. С вами был Яблочко, до скорого, всем пока.